Ребят, о себе и о впечатлениях про Нью-Йорк. Дим? Моя история, коротенечко. Ровно год до участия в Нью-Йоркском марафоне я присутствовал на подобной встрече, которую проводил Миша, и мотивировал всех, и меня в том числе в тот момент, заняться бегом. Я спортом занимался, но так по чуть-чуть, любительски, то есть никаких профессиональных рекордов ни в каком виде спорта не достигал, и цели перед собой такой не ставил. Вот. А тут прям очень сильно вдохновился и понял, что спорт это именно тот, бег это именно тот вид спорта, который можно взять с собой в командировку, в любую поездку, после работы заняться, перед работой, то есть очень удобный вид спорта. Вот. Я попробовал за полтора месяца, достаточно быстро набрал объем, пробежал прям перед Новым годом вместе с Мишей, кстати говоря, первый полумарафон, мне очень понравилось. Это не составило никакого труда в подготовке, это было очень интересно, весело, в компании друзей, вот, новых друзей, единомышленников. И дальше я понял, что в 2016 году нужно поставить такую цель, которую я никогда перед собой не ставил. И как раз-таки Нью-Йоркский марафон стал такой целью, и весь год мы все вместе готовились к этому. И я считаю, что результат 4.08, мой личный результат, это очень хорошо для, это уже был не первый марафон, но, скажем так, для первого мирового уровня марафона это очень хорошо. Дим, про цели чуть-чуть. То есть, вот ты как начал, как пришел и что дальше про цели. Какие цели на 17-й год? Цели на 17-й год? Сейчас уже зимой я активно занимаюсь лыжами и чтобы не терять форму, так как бегом, заниматься можно, но немножко для разнообразия хочется что-то поменять в своей жизни. Я сейчас добавил бассейн, добавил лыжи и по весне буду добавлять велосипед. Соответственно, я думаю, осень это будет половинка айрона. Вот. Надеюсь, что Миша тоже будет готовить к этому всему делу. Покажу свой личный пример. Я знаю, что осенью ты как раз собираешься. Я купил слот, да. Да, купил слот уже. Молодец. В общем, по весне выходим опять на стадион, в лес, бегать. Для меня цель следующая, это половинка на следующем, в 18-м году. Круто. Меня зовут Евгений. У меня все началось чуть по-другому. Тоже была встреча, кстати, вся движуха начинается, наверное, с этих встреч, по крайней мере, у нас. Тогда приезжал основатель школы, Максим Журила, и он такой интересный рассказ. И вообще, Миша мне говорит, приходи. Думаю, схожу, раз какой-то тип приехал, Миша говорит, можно сходить. Хотя желания никакого не было, они там что-то все бегали, куда-то там ходили, какие-то движухи, у меня свои планы, бизнес, я все время разъезжаю, думаю, какие мне еще спорт, это люди явно ненормальные. И пришел. Пришел, Максим как-то так он начал интересно рассказывать и, по сути, сразу зацепил. А когда дошло до основного, что стало для меня основным, я попался на крючок. Он сказал, что, говорит, вы понимаете, что бег это, в принципе, не о беге. Это в целом об изменении образа жизни, о своей новой философии. И я его ментально понял. Я понял, что будет все меняться совершенно по-другому. И в бизнесе, и в семье, везде. Совершенно новый уровень энергии. Энергия рождает энергию. Когда ты постоянно что-то делаешь, тебе хочется все больше и больше, ты становишься активней, у тебя куча планов, ты не можешь остановиться. А когда ты просто сидишь там в каком-то своем уголке, то есть, соответственно, боишься из этого кокона выйти, никуда не дергаешься, и все проходит довольно тухло.
Вот. Хотя мы себя всегда подлечим, что все хорошо, ничего не хорошо. Вставай, делай, как у там Найка, just do it, бери и делай. Вот. И вот после того, как Макс сказал, что это в целом об изменении образа жизни, плюс потом вот он еще рассказал обо всем этом, о Нью-Йорке, как там все проходит, как тебя потом поздравляют, медальки вешают. Там, кстати, вот тоже важно было, он когда сказал, что пиво дают, то есть это вообще мотиватором было сумасшедшим. Не дали. Макс, пожалуйста, он должен вернуть мне деньги за тренировки. Так. Или представить бутылку пива. Или. Нет, да, так, нет. Она должна на была финише быть, это самое лучшее. Да, она должна была быть так, да. Сейчас я могу купить сам. Вот. Ну, в общем, после этого начинался весенний гром, там через, по-моему, 2 месяца, да? Сразу после встречи. Ну да, да, после встречи началась подготовка к весеннему грому. На самом деле подготовка к весеннему грому — это был самый большой трэш, который только может быть. Вот. У нас была группа, сколько человек, 20, да? 25, да. И там, ну, человек 5 вот было именно так вот бегающих по-настоящему. Ну, пусть там не на каком-то суперуровне, но которые могли бежать. Вот. И мы купили вот эти штуки, ни хрена на них не смотрели, мы шпарили как только могли друг перед другом, 170, 180, кто больше, пульсы. Вот. Я помню, вот я тренировался, у меня болело все, у меня отпадали колени, что-то спина подтягивала. Мы когда выходили на весенний гром, у Дениса вообще там колено отпало, да? Ты, по-моему, укол тебе делали, да, или что? Не делали, но хотели сделать. Вот. У меня тоже колено тянуло. В общем, ну это было сумасшествие. Мы заклеили все тейпами. Нет, это мы на московском заклеили. Да. В общем, мы подошли в ужасной форме, так нельзя готовиться, когда вот ты просто шпаришь и ни о чем не почему? Думаешь. А? Почему? Чревато травмами. Больно. Не-не-не, почему подошли так? Что? Почему так подошли? В силу какой-то конкуренции, неосознанности, да, то есть всем же как кажется, что чем быстрее бежишь, тем быстрее начнешь бегать. Вот. Я пока вот, ты говоришь, что там надо какая-то новая у вас методика, я пока... Ты по ней подготовился к московскому. К московскому мы уже там спустили пульсы, мы начали более-менее набирать объемы, привыкли ноги. Вот сейчас, кстати, вообще ничего не болит. Единственное, вот там была микротравма после московского, но это, наверное, организм просто с ума сошел, то есть для него это было в диковинку такую нагрузку получить. Но вот сейчас вообще все четко и, ну, со здоровьем полный порядок. Даже вот, ну, там вот эти какие-то микроболезни, вообще все практически перестало. Пробежали весенний гром, для себя пробежали хорошо, там 1:50 мы примерно все пробежали. И дальше, ну что, гром пробежали, я почувствовал, пару недель ничего не делаем, ничего не меняется, надо что-то опять. Вот. И я Мише говорю, ну давай собирай группу, там было опять же у нас несколько человек, которые готовились к грому. Давай собирай группу, будем готовиться к Нью-Йорку, да, к Нью-Йорку. И начали мы готовиться к Нью-Йорку, там сколько у нас, 5 или 6 человек было. Кстати, вот когда ты один бегаешь, ну это вообще ни о чем. Ты приходишь, пробежал, как вот Кущенко говорит, это, говорит, такие вот бегуны, очень часто ребята аутисты такие вот, фуросган. А когда это делается в компании, совершенно другая энергетика. Это весело, там кто-то шутеху кинул, кто-то ответил, ну и вот движуха пошла. Вроде как бы объем делаешь, нагрузку делаешь, но весело. А это самое главное, она незаметна, эта нагрузка становится. Вот. Ну и впятером мы потихонечку начали готовиться к Нью-Йоркскому, а так оказалось, что перед Нью-Йоркским еще каким-то образом попал московский. Ну а как, если в московский у нас не бежать? Придется бежать. Вот. Мы тогда думали, что еще ж потом будет 1.5 месяца, да нам для восстановления как бы выше крыши. А по факту получилось, что мы вообще вот в притирочку просто восстановились, потому что после марафона ты первые 2 недели, ну, практически вообще ничего не делаешь, ты просто ходишь там, умираешь. Первые 3 дня вообще можно из жизни выкинуть. Такие вот все роботы тяжелые. Вот, у нас есть видео там в Инстаграме, кто подписан, да, Оля? Вот. Если, кстати, по поводу Инстаграма, вот, если интересует, как бегать, что делает Валера, полностью покажет, расскажет, у него все есть. Вот. Ну, в общем, пробежали мы московский. Московский был тяжелый, прям тяжелый. Мне Нью-Йорк был гораздо легче московского. А в Москве первая 20-ка зашла хорошо, прям вот хорошо. Но на 26-м начался такой затяжной подъем, километра, наверное, на 1.5. И если вот до этого шли там 5.30, 5.40, 5.20, вот где-то на 5, наверное, 5.35 был средний результат,
то после вот эти полтора там, километра подъема были, по-моему, в районе 7 минут, то есть ноги встали. И потом восстанавливались еще где-то километров 5. Вот. А потом уже, когда мы вышли напрямую, это последние там, километров 8, наверное, опять там более-менее набралась скорость. Но вот с 26 по 36, я вот помню эту десятку, она была самая жесткая. У меня марафон, как знаете, мне всегда говорили, что марафон начинается там, с 35 километра. А у меня он получился с 26 по 36, вот эта десятка. Вот. Ну а потом добежали. Было тяжело. У нас вот с Димой есть фотография. Мы вдвоем там вот еле живые такие лица. Ну как бы это не мотивирующие фотографии. Один бледный, другой красный. Вот. Это да, страшно. Ну, в Москве, кстати, молодцы. Ну, понимали, что бегут русские. Если пиво не дать, то может быть конфликт, пиво дали. Вот. Потом, ну, восстановление какое-то и на Нью-Йорк. В Нью-Йорке вообще, конечно, там движуха совсем другая. Там весь город этим живет, все готовятся. То есть мы поехали там на экскурсию по Гудзону или где там ездили. Ну да. Да-да-да, статую нам показывали. И гид спрашивает, мол, а кто-то есть, кто там специально на марафон приехали, там руки поднимают, да, есть. То есть, ну, народ едет специально со всех стран. Основные, конечно, американцы, но все равно иностранцев довольно много. Вот. Рассказывать про то вообще, как все проходило, конечно. Или я затянул? Не-не-не, конечно, рассказывать. В общем, чего? За другие. В Москве там долго было, мы регистрировались, какие-то очереди километровые. В Нью-Йорке мы зарегались минуты за 3-4, да? Ну, вообще, моментом просто. Отдали, забрали. То есть у них все четко, у них там куча-куча всяких этих окошечек, никаких очередей, все супер. Потому что людей в 3 раза больше. А людей, да, людей в 3 раза больше. Москва говорит, что у них как бы там было 45 тысяч, но 42,2 бежало 1010 максимум. Все остальные бежали десятку. А в Нью-Йорке там нету других дистанций, там только 42,2. И было в этом году, насколько я понимаю, 75 тысяч, а не 70. Да. То есть вот мы смотрели там на мирки. Вот. Ну, первые, да, стартовали там кенийцы. Вот Валера говорил, давайте с кенийцами стартанем, нас по телеку покажем. Вот. Но нас к кенийцам не пустили, пришлось стартовать в общей группе. Сделали. Да, там так, кстати, интересно, такая пушка, чувствуешь, все, первый старт побежал, там волнами, там три волны, или, ну, по крайней мере, мы были в третьей, вот, первая пушка бах, вторая бах, и третья бах, вот мы побежали. Вот, а началось вообще, вот мы зарегались, и сказали нам, что вы должны прийти послезавтра, по-моему, в 5.30 утра, да? Да, рано. В 5.30 на центральную библиотеку. А у нас старт в 10.40. Я не могу понять, может шутят? Ну какие 5.30? Мы сами сядем и спокойно доберемся там на такси, еще на чем-то. Вот. Мы все-таки думаем, ладно, не будем рисковать. Столько ехали, уже проснемся, тем более как бы ну, джетлэг, там по часовому поясу нам нормально было встать в 5.30. Вот. И мы приезжаем на областную библиотеку, а там очередь, ну я таких очередей, наверное, никогда не видел. С километра полтора-два, может быть, к автобусу. Шириной 5 человек. Да, шириной 5 человек. Вот. Ну, мы не стали стоять в очереди, мы ее чуть обошли. Вот. А дальше, получается, какая ситуация? Вот это огромная очередь, набивается автобус 60 человек, все, он поедет. Сразу следующий автобус 60 человек, он едет. И получается такая вот змея огромная из автобусов едет по всему Нью-Йорку. Автобусов, ну вот если разделить, да, 60 человек в автобус, 75 тысяч, то есть сколько там? Больше тысячи автобусов было. Вот, и ехал автобус часа полтора. То есть мы вот чуть срезали, мы сели где-то в 5.40, 5.50, в начале 8 мы приехали в этот в стартовый городок. Пока там нашли, вот, ну, в общем, уже когда мы полностью готовы были к финишу, время было где-то ну, в районе, наверное, 9 часов. А на автобус мы пришли в 5.30. То есть вот реально это занимает кучу времени. Вот, ну, вообще там, конечно, прикольно. В городке там всякие чаи, кофе, там, батончики, мы поели. Попили, сено, они даже скинули, мы поспали. Вот, ну и вот когда подошло время, стартанули, бежали мы. Ну вот реально, московский марафон был 150 метров набор высоты, а здесь 300. И не знаю почему, но нью-йоркский марафон зашел гораздо легче. Вот, гораздо легче. Вот Диме было сложнее, да. А у меня, получается, Москва, вот я прям мучился, терпел, на зубах вот эти
А в Нью-Йорке все было прям вот как-то хорошо. И вот были пару мостов, особенно, по-моему, на 27-м километре, да, тоже. Вот этот полуторакилометровый мост, когда все вот начали вставать. Плюс вот, у моста ширина ограниченная, да, и получается вот такая живая колонна людей. И ты вроде как бы бежишь, а перед тобой стена. И все равно друг друга все начинают расталкивать. Идут четыре человека, четыре друга, вот просто вот коридором. Что делать? Естественно, ты вот так бросаешься в них, прям ныряешь, расталкиваешь. Они кричат что-то «Fuck you!», ты убегаешь. В общем, вообще, еще такая штука была. Мы точно с ними бегали. Еще такая штука была интересная. Мы когда бежали, там же часто стоят музыканты. Люди, понятно, но люди такой драйв не сделают. А стоят музыканты и играют какой-то такой серьезный хард-рок. И мы бежим, они начинают играть, энергия и так прет. Я вот бегу, я просто начинаю орать, потому что энергия переполняет. Это разгоняет, и ты еще начинаешь добавлять. Пульс уже не смотришь, пофигу. Драйв был нереальный, прям было реально круто. Круто было, ну вот все километры, кроме 27-го. Потом, вот еще, наверное, такой серьезный километр был где-то, наверное, 36-й или 37-й, когда мы уже думали, что в парке в Центральном все будет ровненько, а мы подбегаем, и там подъем опять километра на полтора. Вот он был такой тяжеленький, уже сил не было, ноги особо не ходили, питания уже, по-моему, не было, да, вот с 37-го. Ну, наверное. Да, подъем, да, который с угла парка, да? Да, нет, вот прямая. Ну, да, да. Вот. Да, а потом раз и направо. Да, и вот еще этот был тяжеловатый. Ну ничего, выдержали, добежали, прибежали на финиш, где-то метров за 150 до финиша бежит парень и несет российский флаг. Вот, и прям так вот мы с ним чуть-чуть там догоняем его. Побежали, покричали, Россия, Россия, давай. Но уже там сил не было особо на 42-м километре много разговаривать. Финишировали, встали, обнялись и пошли. Вот, собственно, так это было. Ну, потом, конечно, Валера нам рассказал, что есть еще некоторые приятные традиции. Отвел всех нас в паб. Да, сказал, что без этого нельзя. Не считается. Не считается, да, придется еще раз ехать. Вот. Ну, а потом два дня мы ходили, как такие оловянные солдатики, было тяжеловато. Вот, да, наверное, отходняк от Нью-Йорка был гораздо сильнее, чем отходняк от Москвы. Вот. Ну а в целом, плюс это что еще поездка, да, вот мы, у нас было там пятеро только бегущих, плюс еще там девочки, там жены, и мы потом поехали там, ну, некое путешествие такое по Америке. Ну, в целом вообще нереальная движуха, причем не... Девочки и жены. Не, я... Ну вот видишь, как... Я что-то выручил. То есть, потом, если ты просто едешь в путешествие, да, ну, как бы это, конечно, круто, там, а когда ты едешь с единомышленниками, которые вот на такой же движухе, как и ты, и потом там вот в следующий день нам улетать в 4 утра, Валера, надо забежаться. И мы вот такие 5 хромоногих, а, Дэна не было с нами, 4, 4 вот таких хромоногих тут забежались, дошли до самолета, упали, сели, уснули, прилетели, ну и поехали дальше. Собственно, такая история. Сейчас, получается, опять приехали, что делать? Ну, тут опять есть Валера, Валера никогда не бросит. Говорит, есть 2 лыжных марафона, пацаны, берите палки, покупайте лыжи, погнали. Да, теперь вот мы готовимся биться, будет 30-ка, когда 31 января, да? Бица, 31. 31 января в Бице, и потом Дёмина, полтинник лыжный в начале марта. Вот. Так что сейчас на лыжи. Ну, вообще, кстати, вот лыжи полегче, чем бег даются. Пусть там с техникой, там тяжело где-то. Да, ударной нагрузки нет, ты проезжаешь там 15-20 километров, ты живой. Вот. А когда ты пробегаешь 15-20 километров, все равно там нужно какое-то восстановление. Вот, так что сейчас лыжи, ну а потом пока планов нет, но скорее всего опять какой-нибудь кипиш появится. Вот, типа вот половинки какой-нибудь. Ну, собственно говоря, все. Спасибо. Ну,
Я как-то, ну, я бегал до этого разные марафоны, триатлоны, и этот год просто, ну, как я в Нью-Йорк побежал, потому что позвонил Женя тоже, там говорит, Макс крутой тип, там журил, а мы с ним делали первый айрон в 2012 году. Вот. Ну, он быстрее, конечно, делал, потому что они готовились, я не меньше готовился. Вот. И я говорю, слушай, ну хорошо, и что, ну давай Нью-Йорк. Я говорю, ну давай Нью-Йорк. Он говорит, а типа, ну регистрация прошла, вот если мы где-то нарулим билеты, то тогда это как слоты, то поедем. Я говорю, слушай, ну у нас задача нарулить или мы там будем ждать? Он говорит, ну надо нарулить. В общем, позвонили знакомым там в Москву. Узнали, как там добыть эти слоты. Я думаю, ну ладно, там за компанию, окей, побегу. Ну, то есть я не планировал бежать марафон нью-йоркский. Вот, соответственно, ну потом получилось, что где-то за неделю собралась вот эта вся группа, которая там сейчас сидит. И мы как-то, ну, начали готовиться ко всему этому. Готовиться, ну не знаю, то есть подготовка, конечно, там, как вам, наверное, во многом там интереснее, ну, то, что как Женя говорил там сначала, да, то есть, естественно, мы там тоже ребятам говорим, ну, как это вот, на, я не знаю, тоже про новую механику, вот это, что как можно там бежать на скорости, а мне, я в этом году готовился на объемах, низком пульсе, и у меня впервые там не болела нога, потому что у меня обычно, ну, то есть, я там, у меня там колено, то есть, ты начинаешь там терпеть с какого-то момента, потому что когда ты не набегиваешь объемы, когда у тебя большая ударная нагрузка идет на суставы, ну, просто там вес давит. А в этом году тренировался на больших объемах и малых скоростях, и, видимо, как бы как сустав, мышцы, ну, вся вот эта вот композиция, она укрепилась, и в этом году у меня вот ни на одном там беге ничего не болело, это было вообще круто с этой точки зрения. Ну, марафон пробежали, то есть марафон интересный, я не знаю, ну как, в принципе, мы теперь мы как-то забились пробежать все мейджоры, наверное, то есть вот их шесть, это такая, ну какая-то цель. Поэтому из марафонов, я не могу сказать, что я прям люблю марафоны, потому что это, ну, такая история. Расскажи про мейджоры, прости. Мейджоры? Ну, мейджоры – это вот эти крупные марафоны. Это Чикаго, ну, как Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Берлин, Токио. И плюс еще надо квалифицироваться на Бостон. То есть мне где-то надо за треху пробежать, чтобы 3.10, наверное, чтобы на Бостон отобраться. То есть туда нужно отобраться. Тебе три надо. Три? Ну, вот. Зря. Ну, у меня еще есть. Да, наоборот, там еще быстрее. Нет, ему медленнее, мне быстрее. С молодым там быстрее. Вот. И ну, то есть это такая история. И бегать, ну, бегать, как, опять же, то есть я, наверное, сейчас не столь мотивирован, ну, как ребята рассказывают на старты, потому что, ну, я там побегал триатлон и все это, но вот компания, она реально перезаряжает, то есть это так, потому что я вот весь этот год куда-то там бегал и что-то делал только благодаря тому, что была какая-то вот именно хорошая компания там спортсменов, и причем тут нет разницы у нас как-то, опытный ты там, неопытный, едешь, там все поддерживают, и ты уже там бежишь, ну, на что можешь, то есть ты там соревнуешься сам с собой, никто там не зарубается особо, ну так, как бы это по-дружески, но это не как-то не особо критично. О, Дед Мороз прошел. И Снегурочка. И чувак в зеленом. Да. Вот, собственно говоря, то, сейчас движуха, вот мы когда готовились, когда я первый раз готовился к спорту, как в 2011 году, то в городе вообще там, ну, не знаю, десяток человек что-то там пытался, как-то думал. Сейчас, конечно, движуха крутая, то есть и стать адептом там бега или там чего там, плавания, велосипеда, триатлона гораздо легче, и это очень круто. Потому что это дает какую-то там тебе уверенность, наверное, стержень того, что ты можешь там где-то потерпеть, потому что, ну, на марафоне удовольствия ты не получаешь там реально. И в конце еще меньше. Ну, там, ну, это больно, там, сложно. Но в этот момент ты становишься какой-то там, ну, для себя, находишь в себе ответы какие-то на вопросы, потому что, ну, я очень много там бегал какие-то разные гонки, и самое, что я выносил, это именно, вот, как Женя сказал, какую-то там внутреннюю трансформацию, а не
а там что-то там. Ну, медалька тоже прикольно, как бы, но полезна вот эта часть. Ну, собственно говоря, планы на следующий, ну, пробежали, окей, то есть, ну, там, мне было, там, у всех свои, всем были мосты тяжелые, там, вот, у меня была единственная проблема, я стал за пейсмейкером на 3.30, другого не было, а он взял и обогнал на 3.20 пейсмейкера, вот. Тут дилемма. Да. Тут ты заподозрил, что-то неладное. А я, как бы, фигачу, то есть, у меня пульс там уже шкалит, ну, как бы, все бегут, я бегу, думаю, ну, у меня, как бы, планов не было серьезных, как он подболел перед марафоном, ну, я думаю, по 3.30 побегу, докуда добегу. Ну, там, докуда-то добежал, дальше стало тяжелее, то есть, и, собственно говоря, там, вот, мосты в Бронксе, они, конечно, расстроили. Вот, планы на следующий год, я хочу попробовать начать набирать очки на UTMB, это марафон, типа, такого чемпионата мира по трейловому бегу, то есть, это по горам, там, всяким таким, многосуточные гонки. У меня был опыт, это, конечно, очень круто, но очень сложно. И там есть, чтобы попасть на этот UTMB, надо квалификационные очки отобрать на других таких гонках. Расскажи, что такое UTMB. Ну, UTMB — это Ultra Trail Mont Blanc, это 174 километра подряд бежать с набором высоты 14 километров, то есть по горам. И у тебя есть на это там 40 часов. Вот, нон-стопом. То есть ты бежишь, как бы ты не спишь, и бежишь. Где это? Это вокруг Mont Blanc, Франция, там чуток Швейцарии, по-моему. Вот, я бегал 8-дневные забеги, но там, как бы, там отличие от того, что вот как ты просыпаешься, первый день мы пробежали 52 километра с набором 3 километра где-то, и на следующий день ты просыпаешься, и все болит, а тебе еще 7 дней так бежать. Ну, то есть, это вот разочарование перед сном, то есть, после Нью-Йорка, ну, после марафона ты так засыпаешь, ну, класс, наконец. А тут, ну, и то ты не засыпаешь, класс, наконец, у тебя организм еще раздерган, но все равно ты, как бы, уже отдыхать уходишь. А тут такая, блин, ну... Окей, еще там бежать надо. Вот, но это очень красиво, это очень крутой такой вызов, челлендж. Я не знаю, может, мы на этот год там еще попробуем там на Лондон отобраться, потому что куча людей подала регистрацию на лондонский марафон, не прошло. Будем опять изобретать какие-то там попытки. И еще поплывем там вот по озерам, по озерам каким-то там, по Копанскому, еще, может, где-то там, это под Питером. У нас Валера там организует заплывы. Ну, как организует, выезд из Белгорода на заплыв. Вот. Ну, наверное, как-то так. Тут особо сейчас времени, я не могу сказать, что очень много на спорт, поэтому тут цели, они так выбираются. Если тяжело зайдет, ну, вот этот набор очков на UTMB, то растяну на 2 года. Как-то так. Не знаю. Вопросы. Наверное, у меня все, да. Моя очередь. Я представлюсь сначала. Зовут меня Денис, фамилия Никулин. По роду деятельности я являюсь бизнесменом, предпринимателем. Достаточно плотный график работы. Вот здесь присутствуют коллеги по работе, Андрей. Хочу тоже с вами как-то познакомиться. А кто марафоны? Я вижу вот по сложению, телосложению, взгляду, что люди бегают. Ну, Андрей, по крайней мере, я знаю, марафоны бегал. И вообще бегает. А кто-то еще марафон, может, пробежал из вас? Вот есть такие? Ну, вот я вижу, вот как раз про вас и думал. А половинки кто-то пробегал уже? Ну, здесь, получается, уже люди, практически все, которые что-то бегали. И рассказывать, как начинали. Ну, каждый свою историю может сюда выйти и рассказать, в принципе. Я могу, ну, вкратце рассказать, как я начал бегать. В принципе, это не было какой-то подготовкой там. Я размышлял, вот бы начать бегать. Работы много, нужна энергия. Раньше где ее получал? Наверное, как и все. Пятница, Очакова, что там у нас, ирландский паб, какой-нибудь грин, бир там и тому подобное. Но чувствую, что-то как-то все равно не то. Не хватает. Вроде кайф получил. Надо было еще и в четверг. Кайф получил. Ну, какой-то он краткосрочный, наоборот, вызывает какое-то внутреннее чувство вины. Какую-то депрессию, и ждешь следующую пятницу, аж, как у меня товарищ говорит, начинает ёкать вот здесь, вот под лодыжкой, или как это место называется, я не знаю. И пришел к тому, что стал просто бегать с товарищем 2 раза в неделю. Товарищ возрастной, ему за 40 далеко, он как бы быстро особо не бегает, и много особо не любитель бегать. Больше бежали в Сосновке и болтали. И потом 4 километра пробежали, нам достаточно, ехали в Комод,
там чай, кофе, какой-нибудь бутерброд с какой-нибудь гадкой едой. И это нам нравилось. Это на протяжении нескольких лет мы делали. Я не ходил, когда выступал. Максим Журило, Миша привозил, может быть, зря. И, соответственно, не попал в эту вот Кублево варежку, когда ребята загорелись, мои друзья, пробежать весенний гром 21-24 апреля. Ну, все-таки настоял. Евгений, он такой, ну, заметили, да, по характеру, что боевой парень, пристал ко мне, давай. Я Мише звоню. Что Миша мне отвечает? Тебе уже поздно, у нас уже группа набрана. Давай на следующий какой-то забег, который будет в мае. А я такой человек, ну, наверное, и вы такой, такие люди. Когда вам что-то не дают, ограничивают, вы наоборот хотите это получить. Я когда услышал слово «нет», «невозможно», «давай в следующий раз», я наоборот к Мише пристал и все-таки напросился. Миш, я обманываю или? Нет, так и было. Это правда, да. Соответственно, из тех тренировок, которые уже половина остались, вообще я считал, что раз я уже несколько лет бегаю по 4 километра, значит, мне вообще проблемы не будет вообще пробежать. Пока я не пробежал первую десятку на тренировке. С мыслью, нахрен мне это нужно. Ну, было тяжело, чуть не сдох. Каждая, по сути, тренировка была открытие. Десятка – рекорд по жизни. Мне 33 года, рекорд по жизни, чуть не сдох. 15, рекорд по жизни, чуть не сдох. И Миша какие-то резинки еще дает, там, как это, браслетики. Думаю, нахрен они мне нужны, мне плохо. Как бы 21 пробежать. Ну, в конечном итоге, весенний гром мы пробежали. Заболела очень сильно коленка. Важна техника. Ну, говорю, не мне вам рассказывать. Сами, наверное, прекрасно все это знаете. Техники нету, бежишь... Все стучит неправильно, коленка заболела. Ну, все-таки весенний гром решил бежать. Хотя размышлял, может быть, сняться с соревнований. Побежал, коленка разработалась, прошла. Ну, более-менее какое-то время показал. Ну и все, думаю, ладно, пробежал и хрен с ним. Буду также продолжать по 4-5 километров и отстаньте. Здесь опять Евгений нарисовался с московским марафоном. Ну, спасибо ему за это, мое личное. И тут же нарисовался Нью-Йоркский марафон. А я такой человек, если мир что-то предлагает, ну вот, я не отказываюсь. Ну, раз предложили, надо брать. Зарегистрировались на Нью-Йоркский, Федор помог, на Московский там, как бы, не проблема, 2500 и все, 3 кнопки нажать. И начали в группе готовиться. Подготовка сама, вот именно в команде, в компании, интересная, веселая. Вот одному гораздо, ну, скажем, скучнее бегать. Хотя есть минус какой, что когда сами бежите, вы под себя пульс свой подстраиваете. Когда уже вы бежите с кем-то, уже кто-то медленнее, кто-то быстрее. Ну, так же происходит. Или, да? Вообще начинает соревноваться. Ну, или вообще начинаем гоняться, что пульс зашкаливает и ничего хорошего не получается. У меня компания, Андрей не даст соврать, что я вовлек туда сотрудников своих в полумарафон, ну вообще в пробежки, в подготовку, пригласил Михаила, мы собрали в июне, да, по-моему, это было, в июне коллектив, там человек 50 подошло, кто захотел, Михаил выступил, и от компании мы оплатили подготовку, ну, спасибо Михаилу, что скидку сделал, а так бы разорил. Я не думал, что столько много людей согласится. Согласилось 15 человек. Ну, я думал, ну, 2, ну и хрен с ним. Но 15 мы уже принесли. За базар надо отвечать, как бы, по сколько там денег полностью оплатить. Ну, один человек по здоровью, потом там женщина, бухгалтер, ей уже там 40 с чем-то лет, ей врач запретил по сердцу. Ну, пришлось ей отказаться. Остальные 14 пробежали. Мало того, что я смотрю на них, что они бегут. Думаю, как это я не побегу. 14 августа был музыкальный полумарафон в Москве. Рекомендую, кто не бегал. Очень интересное событие. Очень много музыки. Там, по-моему, 12 точек музыки. В общем, только одну пробежали, сразу же вторая. И проходит в центре. Вы также стартуете, как по сути, с того же места, как московский марафон. И бежите к Кремлю. Там разворачиваетесь, там, где завалили Немцова. На этом мосту. Отдаете ему дань, кто был поклонник, и возвращаетесь обратно.
Вот. Пробежал с ними, со своими сотрудниками, коллегами по работе половинку музыкальную. Очень им понравилось, очень мне понравилось. У нас там команда образования некая случилась, такая неожиданная, незапланированная. И, ну и, соответственно, Москва. Москва мне далась гораздо легче, чем я планировал. Чуть-чуть полегче, чем ребятам Москва. Но с Нью-Йорком у меня произошла обратная ситуация. Если ребята приболели и выбыли, да, было? Да, мы на пару недель буквально выключились. То есть, может быть, даже на пользу пошло. Ну, такое восстановление было. А потом перед марафоном за неделю просто чуть-чуть там набрали форму. И получилось, что московский, мы с Димой в одни ноги прибежали 4.15, а нью-йоркский 4.08, хотя нью-йоркский сложнее, да, по набору высоты, то есть улучшили на 7 минут. Ну, вы также в паре бежали, да? Ну, мы вот бежали где-то до 20-го, наверное, даже до 17-го в паре, потом у него пульс ниже стал, у меня выше, да, он куда-то начинает убегать, мне тяжело, думаю, не, беги сам, говорю, я по своей программе. Вот. А потом он что-то начинает подсдавать, а у меня наоборот начинает пруха. И я уже, чтобы за него не цепляться, я там вот выберу себе какой-нибудь коридорчик, чтобы он меня не заметил, справа я бегу там и бегу себе. Он опять меня где-то увидит, опять начинает догонять. Потом у меня начинается просадка, он бежит, вот, ну, и вот, вот что-то туда-сюда. В общем, мы не вместе, если московским вообще один в один, да, в тени расходились, то да. Тут мы кто-то быстрее, кто-то медленнее. А прибежали вдвоем. Ну что, место мое сознание. Если у ребят московский проще дался, то у меня нью-йоркский, то у меня московский. Московский я прибежал, 4.09 время было там с какими-то секундами. И у меня еще были силы еще десятку пробежать. Ну не знаю, вот так получилось. Я стал за пейсмейкерами, это слово никогда не выговаривал. Я их потом на 4.15, я их потом в конце обогнал. Они сказали, ребят, у кого силы есть, давайте вперед. Из всей толпы я вперед побежал. Аналогичную стратегию да, я хотел сделать и на Нью-Йорке. Думаю, стану на 4.15 и в конце по силам уже посмотрю, побегу побыстрее, если силы будут. Но если ребята приболели две недели, не позанимались, то я по полной программе, я сменил тренера, так получилось, и я по полной программе пять раз в неделю, по сути, восстанавливался. Ну, в его понимании восстановление должно у меня было так происходить. Что я... Когда я в Нью-Йорк полетел чуть пораньше, чем ребята, 2 числа вечером. Вы 4-го, да? А я 2-го. Я в Нью-Йорке первый раз, думаю, поброжу, там, Центральный парк, Нью-Йорк, там, все дела. Когда я 2 дня побродил, я понял, что я марафон вообще не готов бежать. У меня болели ноги, усталость, коленки, все выло. В общем, я заранее уже понимал, я Валерию это рассказывал, он говорит, главное настроиться, главное верить в себя. Ну, Валера, какой нахрен верить, если, мы взрослые люди, ты чувствуешь, что нет сил. Главное в грифу-то не верить. Главное в грифу-то. Эту историю мы будем рассказывать. В общем, думаю, ладно, побегу 4.15 или даже 4.30. Не буду прыгать выше головы. Стал искать пейсмейкера с табличкой 4.30, 4.15, а там чуть по-другому. Там вот здесь организация хуже, чем в Москве. Их нету. Пришлось, я просто тогда стартанул, просто бежать по пульсе. Потом я увидел на 4.25, побежал за ним. Первый мост, помните, да? Скучно, медленно. Думаю, побегу обгонять. Обогнал. Там, смотрите, там вот когда мы стартуем, там мост с развилками и разные потоки направляются. Потом они в городе сходятся. И вот когда потоки сходятся, это 8-й километр, я увидел 2 пейсмейкеров. Одного 4.15, другого 4. И выбрал, знаете, вот это вот все-таки юношеское, стал за 4. В общем, хватило меня до какого-то километра, потом я от него, он от меня отстал, я от него, потом я побежал в своем ритме, а потом случилось счастье. У меня последние лет 7, а то и 10, никогда не кололо печень. У меня заколола печень, упал, соответственно, темп до 9 минут, практически я быстрым шагом стал идти, слезы из моих глаз чуть ли не текли, а мысли были такие, ну его
в одно место. Нахрена мне, взрослому человеку, все это мучение. В конечном итоге потом отпустила через 10 километров. Ну и результат, понимаете, я добежал, и слава Богу. Ну, это реальная ситуация, может, кому-то поможет. Можно здесь было это утаить и типа хорошим парнем показаться. Ну, вот я по максимуму честным, ну, что было, то было. Выводы нужно сделать и по восстановлению, и потому что все тренера, да, Александр Иванович говорит, это непрофессионально, не бегая вообще, начать за полгода подготовиться к марафону, а потом через месяц еще один марафон. Вот моя история такая. Ну, в принципе, все. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Валера. Я даже не знаю, рассказывать про соревнования, которые там впереди были перед марафоном. У меня их было, по-моему, 13 штук в этом году. Просто если все рассказывать их. Да, их очень много. Самые яркие. Ну что, начну ближе к Нью-Йоркскому марафону. С Федей мы пробежали Ледовый. Потом он, да, потом он созвонился, или какой там пообщались они с Женей. Женя рассказал Феде, Федя рассказал мне, надо бежать. 6 этих марафонов. Я говорю, вот цель на 3 года минимум, ну, как бы есть. Я говорю, 100% я регистрируюсь. Все хорошо сразу. Ну, и параллельно начал там еще, куда можно регистрироваться. Там... И первые 2 сделал в первый же год. Да. Ну, Берлинские. Ну, готовится у нас бег для меня, как бы, мне бегать очень нравится, но мне это скучновато. Я бегаю триатлоны, это основное, которое есть. А зимой это лыжи, которая это функционалка. Нереально, это круто. Кто как начинает кататься на лыжах, когда это уже ты сделаешь объемы. Там года 2-3 покатаюсь, когда ты на одной лыжне метров 8 едешь, на другой, и ты начинаешь раскатываться, погода, мороз. Ну это просто кайф. И работает 92% мышц тела, как бы. Ну это как в плавании 100, а здесь лицо не работает. Ну просто круто. Ну, и ближе подойду, как бы, к марафону опять нью-йоркскому. И, ну, получилось, появилась эта тема. На 6 пробежать их 6 марафонов. Потом мне достался как-то случайно слот на берлинский марафон. Там человек по болезни отказался, и надо бежать берлинский марафон. А у меня как раз, ну, только свободные 3 дня. Да, свободные. У меня там, да, Хорватия была половинка. Я там пробежал ее хорошо. Ну, пробежал. Через неделю Берлин, прилетел в Москву, полетел в Берлин. Самочувствие классное. Не знаю, пробежал. Тяжело было, не спорю, хотя я еще говорю, мне Нью-Йоркский тяжелее, да, как у ребятам, может, легче. Берлин тяжелый, Нью-Йорк тяжелый, там накрывает, везде нужно терпеть, хочется же бежать уже на скорость, просто бежать интересно, конечно, но уже хочется пробежать, там есть план какой-то свой, там стоит там ближе к 3 часам, бежишь, терпишь. Ну, в Берлине не хватило из-за того, что не остановился после половинки, там пробежал время, 3:35 у меня там ровное. И потом начал подготовиться 2 месяца именно к Нью-Йорку. Здесь мосты, в то же самое время 3:35. Не знаю, зашел он мне легко, в каком смысле легко, зашел он мне легче, чем Берлин, но определенно не дотерпел то время, которое должен был сделать. Ну, спортсмены там и вообще кто-то понимает, когда просто терпишь, надо перетерпеть какие-то моменты, там 12-й километр, 17-й, 23-й, 27-й, 32-й и 37-й. И в принципе ты... И ты счастлив. Ну, в своем темпе. Ну, как бы, да. По подготовке к марафону, как есть там подготовки, там, например, у Миши, говорю, там, я там у кого-то другого тренера готовюсь, есть цели. Цели у меня, например, на 3 года расписаны вперед. В этом году, в 17-м, 3 марафона лыжных, 2 половинки. 10 километров проплыть, и основной старт, который вот я буду подводящий, это все, это Чаттануга, Айронмен Америка. Конечно, хотелось бы отобраться на чемпионат мира по триатлону, но там уже как повезет, как будет форма, как получится выйти там ближе к 10 часам и выйти, если получится. Ну, вот такие планы. И самое главное, что я говорю, вот хорошая эта тема по этим 6 марафонам. Их по-любому теперь на 3 года надо будет проходить. Чикаго, Лондон остался, Токио и Бостон. У ребят чуть больше на один, но я думаю, что мы вместе совместим. Если у меня там будет время и график, я с ними поеду еще раз в Берлин и пробегу. Потому что компания немаловажна, это круто. Я вам серьезно говорю, это компания. Вот у меня, нам повезло, что у меня огромная компания. Если, наверное, не было бы компании, с кем тренироваться, я бы, наверное, чем-то не занимался бы.
общение, общие темы, интересно, там, работа, работа, а тут раз, хоп, отдыхаешь, тренируешься, готовишься. В принципе, я не знаю, что еще рассказать. За Нью-Йорк ребята рассказали много, все, за подготовки. Как тебе Нью-Йорк в сравнении? Ну, то, что ты рассказывал, что он все-таки самый вот крутой считается по количеству, по организации, по тому, как в городе. Вот вы не рассказали, кстати, в газете в Нью-Йорк Таймс, вы свои фамилии нашли? Мы не искали. Мы не в курсе. Скорее всего, они там были. Я просто по организации скажу так. Вот если мне просто два этих марафона сравнить, которых Берлин намного круче. Ну как, в каком смысле круче? Самый крутой в Вегасе пятерка. Ну это в Вегасе, это вообще все нечаянно все вместе приехали, пятеркой побежали. Я не видел столько народу, честно говоря. Я не видел, чтобы на 5 километров пришло больше где-то 1030 человек. Я думаю, куда? Мы стартанули, пробежали, они еще стартанули. Ну пятерку пробежали. Я думаю, с Федей бежали забежку там вообще, ну потихоньку, там вообще еле-еле бежим. Ну, отдыхаем, пульс там 115, ну да, такая чисто. Прибегаем, и мы финишировали, а они еще бегут. Валер, а где остальные нормальные ребята были, когда вы бегали? Да рядом с нами тоже там бегали. Нашел. Не знаю, где там были, что-то там, да. Ну, по-другому, в каком казино? Они просто испугались идти на сумасшедшие аттракционы, это они просто пошли туда. Там, где знаю. Страха, да. А нормальные ребята ходили на стратосферу, там орали, визжали. Вот. Боялись. Да, было все так. Я считаю, что вот, например, марафоны и вообще любые соревнования, там бег, что-то еще, ну это как говорится, ну, нужно спортивный турин, как у нас товарищ один говорит, мы спортивный. Ну и это нужно делать как вот я смотрю страны там, или у кого по возможности, куда там едешь, не едешь, выбираешь, например, страну или что-то еще. И ты это совмещаешь подготовкой. К этому марафону или там триатлону или что там есть, плавание, мне в принципе все равно, мне чтобы было интересно, движуха, тусовка, мне нравится именно спортивная движуха, когда ты там бежишь вот в том же в Нью-Йорке, в том же там Берлине или еще какие-то где массовые, где вот самый массовый, это у меня был тоже, как у ребят в Нью-Йорк, ты бежишь, там музыка играет, стоят взрослые, детки маленькие, все, тебе, все весь город выходит, все это тебе аплодируют, все, ты от этого заряжаешься. Иностранцы, ну все, абсолютно все страны мира, как бы, и нету такого, как показывают по телевизору, это просто такое удовольствие, кайф, заряжайся, да, больно, да, что-то еще, но ты к этому приходишь, доходишь, это завершаешь, и ты получаешь от этого, ну, такой прилив сил. И самое интересное, еще раз говорю, классно, когда ты прибегаешь, и у тебя есть какие-то еще соревнования, что ты, хоп, не было такой, знаете, пропасти, бам, ты прибежал, я сделал, что дальше делать? Сразу нужно, чтобы у тебя какой-то был старт, где-то зарегистрировался и где-то что-то есть. Оплатил уже не соскочил. Да, все, у тебя есть цели, что-то еще вот. Хочешь? Да. Эту проблему решить, ты пробежал снова на старт и опять раз, и два. Нет, ты раз расписал график по погоде и все. Так что не знаю, что еще. Вопросы? Может, вопросы как-то так? Да. Вопросы, конечно, есть. Вот я так предполагаю, что вы вот ни разу не пожалели, что вообще когда-то надели кроссовки и побежали, да? Правильно? То есть такого нет, что типа, вот, как вот Денис сказал, что блин, нафига там. То есть вы когда прибегаешь, равно, потом все равно чувство вот этого восторга, какой-то типа, эйфории появляется. Нет, в моменте, да, ты можешь, да, пожалеть, какой-нибудь долбанешь что-нибудь там. Вообще в целом, по я скажу нет. Так, что вот если бегать начинаешь, то ну вообще всю эту движуху, то это скорее всего дорога в один конец. Пусть другого уже не будет. Не заканчивается. Не заканчивается. Ну, это вопрос, конечно, наверное, касается на целеустремленности. То есть, ну, бывает, да, люди заканчивают, но это если так редко, просто редко, для галочки. Для, да, галочки, да, там, да, типа я не взял, там и все, да. Да. Нет, так... В целом это об изменении образа мышления, философии своей. Ты другим становишься. Как любая цель должна вести к изменению образа жизни. И тут однозначно меняется образ жизни. Ты уже не сможешь жить так, как раньше, когда ты начал бегать. Там же вот куча сайтов, да, вот сейчас всяких интересных там о беге, как это все делается, какая движуха. Да, так что. Да, вот это был второй вопрос, да. То есть вы вот однозначно уже стали другими людьми, чем, ну, могли бы, скажем так, остаться, да? 100%. Мне кажется, каждый, кто начинает заниматься бегом и такие цели перед собой ставить, он осознает, что не получится оставаться прежним. Как раньше не будет. Раньше не, как раньше не будет. Ты занимаешься, во-первых, правильным делом, ты занимаешься здоровьем своим. Делать правильно, ну, ты, во-первых, сам себя подготавливаешь, сам тренируешься, ты делаешь то, что правильно. Ты сам как бы от этого гордишься, потому что ты правильно делаешь. Кто-то бегает, кто-то еще что-то еще. Ну, спорт — это правильные вещи. И тем более ты делаешь то, что ты раньше не мог сделать.
ты это, ну, это помогает и в жизни, и в работе, и во всем. Не знаю. Спорт. Пример детям. Да, а всего. Вопрос такого еще плана, как бы технического, насчет кроссовок. У кого-нибудь проблемы были вот с подбором реально, чтобы да. Там Валера вот бегал там очень много. То есть когда вот вы бежали, думали, блин, я не в тех кроссах, ну, к примеру. Я до этого прочитал отчет. Да, Но это на тренировках все убирается. Проблема, вот особенно на старте у всех, в чем? В том, что кроссовки берут вот чуть-чуть небольшим запасом, вот прям по размеру. И это будет беда. То есть это однозначно будут черные ногти, которые потом сойдут, они отрастают долго, там по году. Неровно, да. Уже отрос. Нет, черные ногти это по умолчанию. Не обязательно. Да, в ванне можно всегда легко вычислить бегунов. По черным ногтям. Для Московского такая же беда была. Я купил кроссовки. А еще, ребята, это на московского размера. Фотографии у меня есть. Видел китайца, он в сланцах пробежал весь марафон. Я еще удивился, ну как так? Да, были. Около между пальцами, думаю, сфотографирую специально. Ну вот это же. Ну, у нас одноклубники бегали босиком. Ну, то есть это вопрос. Это вопрос уже в детали. На московском, вот я помню, вот этот 27-й километр, 26-й этот сложный, я бегу, терплю, так вот уже мне тяжело, ругаюсь там что-то про себя. И в этот момент меня обгоняет дед в резиновых сапогах. Я сначала думал, у меня может крыша поехала там к 27-му километру, я думаю, сфокусируюсь. Бляха-муха, реально, дед в резиновых сапогах бежит. Он, странно выглядит, он... Скорее всего, чуть у него там какие-то сдвиги есть. Но как он до 27-го километра? А дед в курсе был, что марафоном будет? Не знаю. Вообще там, кстати, тоже вот пока бежали, пристал какой-то тип по дороге. Много таких тонкостей. И рассказывает. Вот у меня в прошлый раз, мне нужно выбежать было из 4. Я там с кем-то поспорил, и у меня там результат был. Говорит, ну и что? Я стартанул со спортсменами, дал им свой номер. Сам поехал на метро, подъехал. На финише номер забрал, последнюю пятерочку с ними добежал, и у меня получилось 3:40. То есть, каких только механизмов обмана нет. Кого-то обманул. Конечно, это фигня. И тип, конечно, очень странный был, да, но вообще в целом интересно было послушать. Я просто там, по-моему, Лукбирина я читал, там он писал про вот ошибку там с кроссами, когда там, говорит, там чуть ли не хлюпало, просто там... Женин первый отчет, это вообще эпично. С Барселоной там совсем. Там нету такого. То есть мы когда только начинали и не было какой-то информации, то есть да, там все там ошибались. Сейчас информация такая куча. Ты там в Москве в Ранлабе тебе прям подбирают кроссовки там так. То есть просто надо к этому отнестись с умом. Тебе там и пронацию померяют, и размеры, и подберут там по стелькам. И мне дали там стельки, у меня там близкая к плоскостопию история, они там укрепляющие свод стопы. То есть там технологий столько, что только если ты реально допустишь вот это по недодумке ситуацию, когда чтобы у тебя там что-то хлюпало, тогда да, можно. То есть это, скорее всего, какие-то человеческие факторы или технические ошибки, потому что это очень редко. А меняли свой, скажем так, рацион питания, образ там всего вот этого? Полностью. Сильно. То есть там люди привыкли, да, там выходные, как вот Валера говорит, пятница, там пап, туда-сюда, там шашлык, пиво. После шашлыка с утра ты там пробежишь 20-ку. То есть это, я понимаю, что меняется все, правильно? Сильно не заморачивайся. Тут вопрос какой? Это вопрос очень у каждого индивидуально, насколько я вообще знаю. Что у него там меняется, я не знаю. Я в спорт пришел, чтобы поменять именно, в том числе и там я холестерин померил, и еще что-то, и... Я не говорю, что там... То есть ты не можешь пережирать. То есть какие-то вот именно такие... Да, спасибо. Какие-то крайности уходят. То есть понятно, что ты там... друзья пошли в паб, там ты тоже пошел. Да, там еще что-то там все происходит. Это там естественный процесс, но у тебя крайности гораздо меньше, когда ты там себе допускаешь. Потому что ты сравниваешь... я по себе могу сказать, то есть ты там какое-то...
переедание вечером ведет к страданию с утра. То есть оно там раз страдание с утра в бассейне, два страдания с утра в бассейне, три, и потом ты думаешь, слушай, надо, наверное, вечером поумереннее быть. Вот. Но, естественно, тут уже дальше каждый сам выбирает, потому что у нас тут у всех разные истории про это, и как это показывает то, что какой-то правильной истории нет. Одной верной. Да? Я не знаю, да. Я... Валя, расскажи ты, как вот... Да я как ел, так и ем. Я ничего не менял. Я ем много. Мне нравится есть. Что раньше в 11 не просыпался, сейчас в 6 утра в бассейне. Я как бы хочется есть, ем. Не хочется есть, не ем. Ну, когда там начинается перед соревнованием за неделю, за 2, за 3, бывает булочки там убираю. Ну, как убираю. Вместо там... 3 булочки, одну съем. Вместо там, как это говорится, там тазика, полтазика, я знаю. Такое. Ну, килограмм 2 по, ну, сказать, но у меня вес всегда один и тот же. Там мне надо, конечно, сознать килограмм, чтобы для бегуна, но определенно вообще не заморачиваться. Твоя рекомендация есть, как обычно. Моя рекомендация, надо жизнь никто не отменял, надо, чтобы она не мешала тебе. Спорт должен только помогать. Если тебе нужно это скинуть, или как-то еще, если ты это понимаешь в голове, что нужно перейти на эти продукты, что-то еще, значит, это надо делать. Если это не, если тебе это мешает, просто надо как-то совместить, ну как-то это сделать. Ну, я как бы мне чуть-чуть по-другому. Я ем все. Мне как бы все равно. Да, и заметьте, Валера самый быстрый из нас. Самая лучшая рекомендация. Тут вопрос даже не про питание, если там результат питания смотреть, там вес, да, или какое-то общее физическое состояние, то у всех оно улучшилось. Да, да. Ну как бы. А это факт. Но там, если ты много тренируешься, не можешь не есть там, да, баланс. А химию бежали, это химию что-нибудь или ничего? Мелдронат даже запретили, что-то. Истомина соль есть. Изотоники гели ели, не в целом, ну как, полумарафон ты можешь пробежать на своем запасе, да, у тебя в организме хватит. Марафон ты на своем запасе не пробежишь, ты по-любому должен есть. Уже все там, да. Да, то есть тебя там на 30-м накроет, сядешь ты под одну и будешь там пару часов восстанавливаться, водичку пить. Да, вообще интересно было перед московским. Миша говорит, купите какую-то фигню, в которую нужно вставлять гели. Я хотел купить сумочку на пояс, положить туда гели, там один, два, сколько надо, и бежать. Он говорит, нет, не подходит. Я говорю, как не подходит, какую надо? Дал мне какую-то фигню, и на ней с каждой, вот на поясе, с каждой стороны там по 4 дырочки. Вот. Думаю, что с ней делать? И мы когда приходим, он говорит, пихай. Пихай туда гели в каждую. Я вот напихал в каждую, получилось там 8 штук. И получился такой пояс, там каждый грамм по 100, наверное, да, и получился, ну, как бы еще килограммчик. То есть я обвесил себя, еще этот номер повесил, и такой, ну, чисто амуниция. Вот ты бежишь, патрон достаешь, там, оторвал, стрельнул и дальше. Вот. Так что питание такое, веселое. Все 8 Евгений съел. Да, ни одного не оставил. Да, добежал и ты доедешь. Нет, в Москве это... По дороге гели не давали, в Нью-Йорке, кстати, были там периодически. Ну, в конце, да. Да. Вот. А так ты просто, было. Ну, ты бежишь планово, там, каждую пятерку там съедаешь по одному. Вначале, вот нам Валера подсказал, вы, говорит, когда стартуете, один обязательно выдавите себе. Просто если ты начнешь есть там на 25-м, ну, как бы ты не успеешь, не зайдет. Ты, скорее всего, встанешь. Вот. Ну, и плюс изотоники, то есть изотоники бодрят по дороге, хорошо бодрят. Не, кому-то гели не идут, кто-то по трассе, там бананы, там сухофрукты дают, там изюм, как бы, ну это индивидуально. Раздавали вот этих вот зеленых стаканчиков, это что там было, вот эти вот? Изотоник. Да, ну он тоже зелененький какой-то был. Не, в зеленых вода, по-моему, была. Нет? Зеленый. Некоторые была и вода. Слушайте, на них говорят, там стояла вода и изотоник. Да. По табличкам. Там табличка ватер и табличка изотоник. Изо. А максимум сколько было времени на... Ограничение. А было ограничение? То есть всегда есть 6 часов. 6, там. Всегда. В марафоне 6 часов. У нас специально. Нет, какое ограничение? Потом показывали, что бабушки какие-то добегали под ночь. Они бежали там по 12, по 15 часов. Не за счет. Любой марафон, он же есть 6 часов. Есть, ну, как бы такая... Да? Да. 6 часов. А что с этими бабушками? Ничего. Ну они просто добегают, им все так же дают, все делают. Они определенно они там, идут не за счет. Официально, будет. Да, их официально по идее. Ну так как знаешь, как Iron Man, добегаешь 12 часов, бум, или не 12 часов, 17 часов, бум, и все. Остальные добегают, им все там дают, для все это, просто. Но определенно их в этом нету статистики. Понятно. И все такое. А по поводу слотов у меня такой вопрос, просто тоже задалась с идеей Нью-Йорка, и я знаю, что можно выиграть в лотерею.
А вот тем, кому не повезет в лотерее, какие обходные? Турпакеты. Турпакеты. Нет, наверное, надо исходить из того, что вам не повезет в лотерее. Ну, в Нью-Йорк очень сложно не попасть в лотерею, в отличие от Лондона. А вот Федя, до конца лотереи на Нью-Йорк? А там есть интернет, называешь. Да, и там оно тебе на каждый марафон, этот день, когда разойдется лотерея, ты должен подать заявку, например, в течение, там, я не помню, сколько там, одного или там пяти дней. Ты это подаешь, и потом тебе через месяц приходит ответ, попал ты или не попал. Но в основном... У нас Россию любят очень сильно, дается всего лишь 50 слотов, которые вот эта лотерея попадает. Под санкции попали. Да, но я не знаю, кто этих 50 слотов выигрывает бесплатно, как бы, ну там они стоят официально стоят $350, да, по-моему? Да, 350. А если не выиграть, то просто покупаешь, или, как говорят, турпакет, или определенно слот дороже. Тоже через эту организацию. В общем, варианты попасть есть, можно. Да. Есть, нет сложности, там да, попасть? Да, если деньги есть, вообще. Федя вот вообще решает вопрос. Максим Журилов тогда же рассказывал, там какие-то есть. Ну да, они так и сделали. Вообще, Макс, когда на Элафранин, когда всех собирали, получается, в Нью-Йорк вообще никто не ехал, кроме белгородцев. Вот из всей огромной тусовки. После московского марафона. Надо подхватывать эстафету и... Собрались после московского марафона, вот как бы со всех городов, вот ужин там самый. И кто-то в Нью-Йорк едет. Миш, я думаю, там вопрос в том, что редко кто бежит марафон через месяц. Ну и это не это. Ну тот это дельность, это же профессиональный спортсмен, а там же Айла Франин больше по любителям. То есть, наверное, вопрос был в этом, а не в том, что из Айла Франинга никто не едет. Плотничком. Просто выбрать город какой, если хотите Америку выбрать, сразу в Нью-Йорк поехать. Там много стартов не только таких, ну, не только Нью-Йоркский марафон. Строители много. Есть марафон. Да, в целом просто патриотизм включается. Второй после Нью-Йорка котируется. То ты один хрен научишься бегать, и ты подготовишься к нему, у тебя выбора не будет. Ты будешь знать, сколько ты денег потратил на слот, на билеты, еще сколько ты потратишь там, ты готовиться будешь так, что пятки будут сверкать. Вот, вариантов не будет. Вот кто с нами был? Карелин, да? Он не купил слот в Нью-Йорк, но с нами готовился к марафону. И он, ну, знает Андрюху все, да? И он... Нашелся другие приоритеты. Приоритеты, да. Вот он пап по пятницам не отменил, и тот даже по четвергам. И как-то вот он на середине дистанции сошел. Вот, но он приходил, болел, там, ну, вот на этом ограничился. Короче, вот купил слот, все, хана, жизнь меняется. Ну когда дороги покупаешь, нету, дороги нет. Когда покупаешь специальный там слот, это момент, когда деньги списались, пришла смс, что все там списано там 500 евро, 400, то уже что-то пум, ну, да. Пути назад нет. Так. Друзья, вопросы, чуки? Пожелания? Пожелайте нам. Да. Я хотел добавить, вот как Валера рассказывал, то, что выбираешь страну, куда едешь. По факту спортивный туризм, поехать где-то пробежать марафон или там полумарафон или айрон, это не намного дороже, иногда и даже дешевле, чем поехать куда-нибудь в Турцию или в Египет, там all inclusive. Просто если ты едешь неделю all inclusive, много ешь, пьешь и там лежишь на одном лежаке каждый день, то ну, эмоции, там, которые забудутся через несколько месяцев, детям нечего будет рассказать. А если ты эти деньги вкладываешь в свои эмоции, планируешь что-то, то, во-первых, ты планируешь это за полгода, за год, и уже готовишься к этому, абсолютно другой год живешь. То есть, если ты знаешь, что ты в ноябре поедешь год отдыхать, валяться, или ты в ноябре поедешь там, марафон бежать, то у тебя год абсолютно по-разному проходит. Ну, как бы вот... Да там вот сейчас у нас, например, товарищ Игорь Воротвица едет в Италию, оп, по интернету нашел там половинку, приехал, он тут и тренировался, к нему готовился, и там же пробежал, посмотрели все остальное. Тут марафонов их этих очень много, вот марафон есть хороший в Провансе, там вообще бежишь молодое вино, ты через эти виноградники, там все это. Тоже там вместо изотоника вино. Да, 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 да. Всякие, да, это вот, если занимайся спортом, чтобы себя держать в форме, всегда можно любую какую-то страну едешь, можно подгадать под какие-то соревнования. Как бы это я не вижу проблем, это желание. Взял да поехал. Да, красавку взял, все больше чуть-чуть даже. Про Божоле история, это во Франции праздник молодого вина. Там стоят столики, ну, пункты питания через каждые 5 километров. Там стоит вода и вино.
И те, кто бежит побыстрее, берут воду, а те, кто бежит помедленнее, вода кончается, им уже приходится как бы утолять жажду вином. И получится финиш. Это во Франции. А они финишируют? Да. Ну там не 5 километров, там через 2, 2,5. Там, пока ты добежишь, ты начнешь пробовать. Это сколько времени вино. Да, это ты. И там ты через, и там они еще ценятся, они что-то рекламируют. Молодой виноградник, там то-то вино, то-то вино, то-то, то-то, то-то. Ты постоянно через, ну там... Вместо медали только, кстати, бутылку вина дают. Да? Да, да, правда? Да. Прикольно. Не, прикольно. Это такой, знаешь, повеселит. Ну его надо бежать, это чисто такой балдежный марафон, поехать какую-нибудь там одежду одеться прикольную, чисто пробежать его там за какие-то время, 5-6 часов, потому что ну как ты бежать, бухать, где-то есть. Не, полумарафон, это все костюмы. Да, да, там это вообще... Но, не, ну углеводы, в принципе, оно помогает тебе еще. Первые пару столиков помогают, потом уже. Зато с 12-го уже ничего не болит. Да, да. Друзья, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Мы после ваших следующих крутых стартов будем рады вас видеть. Если кто-то вдохновился идеей, ребят, регистрируйтесь, звоните, пишите, мы с радостью. Ну, я за себя говорю, я думаю, ребята тоже поддержат какими-то советами, каким-то добрым словом, там, мотивация, если не будет хватать. Приходите, бегите. Мы также будем классно собираться и рассказывать другим людям. Мне кажется, самое интересное, когда начинаешь смотреть на других людей, вот для меня там, первым там, примером был Федя. Вот, ну, человек, мы учились на одном факультете, который, ну вот я знаю, Федя. Потом я узнал, что Федя пробежал Iron, ну, Ironman, триатлон, 4 км плавания, 180 велосипед, 42 бег. Я думаю, блин, человек, вот он, ходит по той же земле, дышит тем же воздухом в одном и том же городе, но он это сделал. А я даже не могу и, ну, как бы и цели себе такой поставить. И меня это очень сильно задело. И вот для меня этот человек стал, ну, можно сказать, примером, он что-то сдвинул, я это сделал. А потом я смотрю, что другие люди уже смотрят так же на меня. Думаю, блин, как круто, когда вот ты смотришь, да, потом кто-то делает то же самое вот за тобой. И вот каждый из вас может сделать то же самое. Поставить себе цель, посмотреть на кого-то из них, на кого-то другого, кто вам понравится, вот, сделать то же самое, и заводить людей вот, вокруг себя, менять мир вокруг себя. По статистике сейчас 1% людей, которые бегали 42 километра в мире. Моей личной вот целью, ну, я вот для себя сделать 2% в Белгороде. Людей, которые бежали марафон 42 километра. Вот я свой вклад уже начал вот вносить, можно сказать, с этих людей. И я думаю, что они еще наберутся, сделают это. Вот у нас только все начинается. И еще классная идея сделать марафон 42 километра в Белгороде. Как люди бегут в Москве, это от Лужников по всей Москве мимо Кремля с финишем на Лужниках. Как в Питере, это от Эрмитажа до Эрмитажа. Не хватит. Побежной. Из Белгорода. Вот. Раньше в Советском Союзе был марафон в Шебекино обратно. Да, да, да. Он... И бегало очень много людей. Да. Ну потом это забыли, то есть мы это даже не видели, не слышали. Времена тяжело восстанавливали традиции. Да. Не, да. Бегало, и сотни людей бегали. Да. Сейчас... До Шебекино. Да, до Шебекино обратно. Ну, то ну есть 20 километров. Кто-то оставался в Шебекино. Так оказалось в Шебекино. А тогда до Шебекино было 20, сейчас 300. Это когда автобусы не ходили. Был шебекинский марафон. Ну в сторону Шебекино, господи. Не бегал, я тогда очень молодой был. Вот так. Спасибо еще раз. Катали, наверное, там.